10-летний Ваня – мальчик с голубыми, доверчивыми, но порой печальными глазами. У четвероклассника хорошие способности к обучению, развитое воображение и память. Мы в жизни полагаемся на вас, этому есть веская причина. Вы доказали, смотрели уже не раз, что значит настоящий мужчина. Иван всегда активен и любознателен, любит рассказывать о своих достижениях и достоинствах. Новые знания схватывает быстро, хорошо запоминает тексты, материал прочно откладывается в голове. Он интересуется всем сразу, он хочет везде сразу присутствовать, принять участие. Любознательный ребенок, очень такой живой, общительный, коммуникабельный. Я думаю, что ему как раз вот очень не хватает семейной вот такой обстановки, вот, где он сможет по-настоящему раскрыться, по-настоящему себя как-то вот с хорошей стороны проявить. Мальчик эмоциональный, отзывчивый, старается быть в гуще событий, ищет новые впечатления и знакомства, любит и ценит похвалу. Как правило, охотно берется за поручения, старается выполнять их хорошо, способен проявить инициативу. Занимается он разносторонне, как бы развит ребенок. Сильно не любит какой-то определенный вид деятельности. Он очень неусидчивый, очень много энергии, поэтому нужно уделять много ему времени. Первый год у нас только занимается, Поэтому я думаю, что если он заниматься будет, то у нас у всех есть какие-то достижения потом будут. Чем больше ребенок занимается, тем он выше достигает чего-то. Тренироваться надо больше. Товарищам Ваня помогает бескорыстно, к взрослым относится уважительно, на замечания реагирует адекватно, стремится исправиться, стать лучше. Очень хочет обрести семью, где он мог бы в полной мере проявить свои душевные качества. Подробная информация о мальчике по телефону в Китовском районе 25 6 11.